Поездка в кредит. С сегодняшнего дня в кассах Ярославля Главного предлагают займы на покупку билетов. РЖД в этом плане обошла авиаконкурентов. Они пока не запустили подобный сервис. В долг по железной дороге можно прокатиться максимум на 25 тысяч рублей. Пассажир при приобретении проездного документа может воспользоваться кредитной картой, которая будет выдана тут же в билетной кассе. Для этого нужно заполнить заявление, анкету так называемую, предъявить паспорт. Билетный кассир направляет запрос в банк на одобрение кредита. Потенциальные заемщики к железнодорожному кредитованию пока относятся настороженно и неоднозначно. Попробовать, не знаю. В кредит. Как всякий кредит, опасность есть, конечно. Кредит, конечно, можно. Почему бы нет? Если нет, например, возможности уехать срочно куда-то, я считаю, что это неплохо. Если хочешь купить билет, почему не заплатить сразу? Ну вот нет еще сейчас денег, нужно уехать. Или хочется потратить их на кредит. А, можно сначала съездить, а потом заплатить? Да, 55 дней дается. А, ну тогда неплохо, наверное.